Уборочная компания под контролем правоохранников. Супрацовники ДАИ Гомельской области занимаются проверкой транспорта, который задействован в полевых работах. Инспектора цікавить наявность необходимых документов, пройденного техогляду, справность автомобиля, а так само физический стан водителя. Особливая увага – выполнению мер для захования сборжа. С начала проведения профилактических мероприятий к административной ответственности на территории города Гомеля привлечено 11 водителей. Основная часть таких правонарушений – это нарушение правил перевозки грузов, связанное с неукрытием груза специальным пологом, необходимым для предохранения от атмосферных осадков. Увогуле, с початку уборочной кампании супрацовники ДАИ Гомельской области проверили больше як 10 тысяч одинок сельскохозяйственной техники. Прикладно 500 из них оказались несправными, больше як 1000 с непройденным техоглядом. Во всех выпадках правоохранники приняли ответные меры.